Бравый вот, вот. А нахрен нам Луна не нужна, понимаете? Нам нужно думать о том, как спасать леса от пожаров, как спасать всех последних зверушек, которые там погибают, как вырубается все это нещадно совершенно. Ведь люди лишают себя, ведь Сибирь — это легкие России, и я боюсь, уже скоро будет, наверное, земного шара. И, кстати, на том же Западе пресловутом достаточно бережно относятся к растениям, так скажем. И пора уже это... А у нас, так сказать, за счет того, что у нас всего полно, Россия, мать широкая, да, душа, мы все нещадно выжигаем, то мы траву палим, себя сжигаем вместе с деревнями, то мы еще что-то делаем, поэтому здесь совершенно другое надо вкладывать, в экономику надо вкладывать, а не Луна нам нафиг не нужна, она нам ничего не даст абсолютно. Спутники летают, связь у нас есть друг с другом, интернет работает пока, и все хорошо. Не нужна нам Луна.